Ребятки, поймал щучину килограмма на 3. Сейчас иду и яло вскрывать. Не знаю, ушла, не ушла с лодки. Ножа не было. Смотрим. Что-то не видать ее. Нет, лежит. Сейчас я ей голову отрежу. Вот она, сука. Стоять, моя красавица, стоять. Хуяно дергается. Иди сюда, родная. Вот она. Я вот так обычно, ребята, вот так беру. Все, никуда не денется. Ой-ой-ой, на спиннинг наплываем. Вот крокодил, ребятки, поймал на вот эту березовую палку. Сейчас мы у меня сорта вытащим джиг. Да, и одному поводку, походу, пиздец пришел. Или мне так кажется? Точно, нахуй. Бля, что же делать? Одна берег. Вот здесь брал из-под кустом еще одну. Я вон там поймал, где вчера. Порезал палец, видите как? Все теперь. Вот она, моя щука. Может быть, вы ее и не видели, блядь, ребята. Сейчас сделаем вот так. Одеваем мелкого чебака. Прокалываем его вот таким якорьком. Вот так. И теперь берем вот такую водилку. Мою. Супер-пупер. И начинаем прозванивать дно. Вот так. О, блядь. Или мне показалось, или что-то тукнуло. А, палочка, наверное, вот эту тукнула. Так, ладно. Выйду в фарватер. До дна не достаю. Глубина тут охуенная, ребятки.
Вот, там мелко. Зацеп палки. Моторка только что прошла, волна хуярит. На эту снасть берет только. Я ей сразу же слабину хуяк сдаю, чтоб она заглотила. А потом через полминутки примерно, когда увижу, что шнур начинает дергаться, начинаю тащить. Ондатра плывет. Вы видели? Щука подошла, промазала. Нет, попала. Сейчас жду, ребятки. Вот так возьму сейчас шнур. Вот так взять надо шнур. И сачок готовить. Сейчас только пойдет, как бы не отпустила. Сейчас даже вот так не взяла еще. Чуть-чуть потихонечку поднять. Промазала. Ушла, ребятки. Такая полтора кг. Ребятки, она у меня уже сегодня тут бралась. Я ее не снимал. Сейчас вот так поиграем опять с ней. Где она, сучка? Кололась, поди. Вот она. Вот она. Даем заглотить, ребята. Так, есть она там, сидит. Вот видите, заглатывает. Заглатывает. Ах ты, вырвал, сука. Тройник ушел нахуй, ребята. Все, пиздец. С тройником ушла, сука. Ну что, пробуем на джиг. У меня только 2 джига осталось. Сейчас попробуем. Сука, откусила, блядь, пидорасина. Я не знаю, как быть теперь. Как же мне быть? Эту хуйню разрезать, что ли? Поводков берите больше. Когда охотитесь на таких щук. Да нихуя, у нее какие зубатки.
сейчас бы, если бы я ее поймал со своим же тройником, было бы вообще пиздато. Просто сейчас, ребята, видите, что за хуйня-то получается. У меня 2 джига, блядь. Вот так. Сейчас я тупо их привязываю. Вот так. В полевых условиях. Просто без всяких карабинов, нахуй. У меня, кстати, тут карабин был. И он разогнулся от этой большой щучины. Но я его закрыл, вроде подладил. И он вроде бы закрылся нормально, но вот разогнуло. Ну такая, я думаю, 1,5 кило сейчас здесь была. Может, чуть побольше. Это я так, грубо говоря, говорю, килошка. Сейчас, ребятушки, вот этот проденем поводочек. Вот так продеваем. Ай, блядь, как я вхуярил в палец, блядь, нихуя. Ладно, ребятки, теперь одеваю чебака. А одеваю я его вот так. Вот так раз, хуякс прокалываю. А вторым тройником тогда я сделаю вот так, тупо хвост. Вот так вот, все. Теперь пытаюсь ловить. Вот так беру, хоп. Но если фона обкололась, она хуй возьмется, я думаю. А может быть голодная, так возьмется. У меня тут с поводком белый что-то. Ушла, поди, плюет нахуй тройники мои. Сучка крашеная. Так, простукиваем днище. Теперь выйдем вон туда подальше. Мужики на моторе сеть бросают. Думаю, что за хуйня у меня? Джиг один отцепился. А я сейчас его, а другой вот так сделаю. Зацеп с другой стороны. И все. Будет круче. Ну, 2,5 кило, может 3, она есть щучина. Лежит. По сравнению с сеопрошным бачком, видели какой?
Нихуя от них волна пришла. Охуеть. Тут она под кустом этим ушла, сука, от меня. Возможно, ниже она у меня все... Вот она взялась опять, блядь, ребятки. Взялась. Вот так сейчас чуть-чуть приподниму. Не заглатывая, не дам ей заглотить. Вот она вот. Ах ты, сучка, ушла опять. Нет, здоровая, ребятки. Здоровенная, блядь. Такая же. Килограмма на три. Сука, сачка, наверное, испугалась. Сейчас, смотрите, она должна здесь выйти. Здесь глубина-то полметра. Ну-ка, сейчас вот так вот ей здесь вот поиграться дам. Ну-ка, поправлю чубачка. Как она его покоцала. В принципе, не сильно. Блять, стоять, нам не надо уплывать. О, блядь. Или зацеп, или щука была. Непонятно.
вот тут я сегодня поймал.